но 600. За ними 14-633, не маленькая, я бы вы сказал. Вы посмотрите, что творится вообще, какая красота на брусьях. Очень плотный разрыв друг очень от друга. Очень хороший. Так, следующий девочка. Виктория Листунова. Красиво сквозь звезды делает сейчас всю комбинацию Вика. Идеально выходит в стойку. Ох, как хорошо. Стоять. Молодец. Она ну что, первая, победа? Конечно. Она первая. Вот это кажется, она показала самый классный, демонстрирует высший класс пилотажа. И сейчас я постаралась до нее объяснить, до чего ей трудно выходить. Потому что она... хуже ей нельзя сделать, она проиграет. Потому что все были очень хорошо, с хорошим исполнением перед нею. И она шла ва-банк, я бы сказала. И ты помнишь, ты сам, да? Ого, как она сальто прям на абсолютно вытянула. Ну вот, обратите внимание, вот как раз-таки буквально недавно мы смотрели, как показывает этот сальто Хиндорф Симухина. И... на полусогнутые руки. Ну, вот, и вот Вика Листунова. На то она и Листунова. Все очень очевидно. Так, давай ждем, что-то я уже либо нанервничалась. Сложность показала она свою всю, вместе со всеми своими соединениями. Я думаю, что это будет тоже где-то 6,7, ну и соответствующая оценка за 15 баллов. Я так себе это вижу, как бы вот сейчас это... Вот здесь вот она гордрясь, у нее погуливают ножки в соскоке, но она их собирать умеет. Просто ну, это... Ну, десятую лишнюю вот на соскоке, конечно, тоже зря потеряла, могла бы просто идеально сделать. Сейчас ждем, я с нетерпением жду, потому что я, конечно, отдала пальму первенства Листуновой, потому что она показала высший класс пилотажа. Ну, она была явно лучше, чем все остальные. Это было прямо заметно даже по ее классу работы. 15-133. Это правильно. Судьи просто...